Добрый день еще раз. Вот я монтирую монтаж калиточки этой, делаю. Совет по опыту, что не все специалисты, как и я. Я стараюсь в каждую, в каждое отверстие на рояльной петле саморез. Хотя калитка не тяжелая, но и петля не очень-то, скажем так, толстого металла, поэтому лучше в каждую, чем тридцатками. Сейчас вот в эту еще пройду. И не забывайте под низ подкладывать дощечку, дабы у вас потом не получилось так, что отсутствует зазор между полом. И сейчас поставлю притворную здесь сюда, чтобы убрать это расстояние. Все, крючочек, пусть она так и будет, миллиметр выверять не буду. И все, калитка готова, к уткам все готово, трава тут лежит. Все, вот такой совет в каждую. Ну, не показывал я сам процесс сборки. Конечно, нет у меня там такого шаблона, чтобы под прямыми углами в мастерской. Там все забито деревом. Ну, помучился, короче, с этими уголками, крепежом, просверливанием под саморезы, шурупером. Ну, эта калитка будет работать. Получилось, короче. Сетку с этой стороны посмотрим, как там куры на нее будут реагировать. Если что, планками тут пробью. И все. Вот такие вот советы. Всем добра.